Добрый день, коллеги. Я решила записать небольшую инструкцию, как работать с Telegram на компьютере, как создавать чаты и каналы. Но мы будем сегодня говорить именно про создание канала, в который вы сможете вкладывать информацию, которая вам необходима лично для себя. И точно так же, особенно сейчас, при регистрации новых консультантов в большом количестве, вся информация будет в одном месте. Итак, в левом верхнем углу есть три полоски, нажимаем на них. Вы можете создать группу, если у вас два есть аккаунта Telegram, если у вас два номера есть. Но мы с вами будем говорить про создание канала, если у вас всего один номер. Пишем, например, люди, регистрация. Нажимаем «Создать». Канал не публичный, чтобы никто к вам не зашел лишний, вы делаете частный. Ссылку вам ни к чему, потому что это ваша личная собственность, которой вы будете пользоваться. Нажимаете «Сохранить». Вы можете кого-то добавить, но мы никого добавлять не будем. Нажимаем «Пропустить». Вот у вас создан канал, в который вы можете вкладывать информацию. Например, предположим, вы напишете «Новичок». «Новичок». Регистрация, например, 22 мая. И записываете. Здесь вы можете внести данные, фамилию, имя, отчество, электронную почту, данные, которые вам продиктовал ваш потенциальный кандидат. Очень удобно, чтобы в одном месте были данные кандидата, чтобы потом вам не искать ни на листочках, ни в тетрадке, век информатики, век цифровых технологий. Поэтому используйте данную ситуацию и точно так же, кого вы зарегистрировали, вы можете внести данные данного консультанта. Это будет у вас всегда под рукой, а потом в следующем видео я вам расскажу, как сюда внести регистрационную ссылку и как зарегистрировать через реферальную ссылку, используя Telegram. Удачных вам регистраций и отличной работы!